Ветер был высокий, хвал на его макушке. В землю рос корнями дом на лесной опушке. Дуб столетний на лугу, огород да речка. В доме стареньком уют, хотики да печка. Хутор, хутор, хуторок, дивная картина. Здесь живут баран, и кот, пес и баба Зина. Костер запалим, картошечку на углях испечем. Эх, красота! Зачем жечь? Лучше я из веток себе шалаш сделаю. Шалаш? Себе? А что такого? Вот у тебя, пес, есть своя будка. А у тебя, баран, тоже имеется личный отдельный сарайчик со всеми удобствами, ведь так? Да-да-да уж, баба Зина постаралась. Грех жаловаться. А у меня одного нет своей территории. Да ты что, кот? Ты у нас лучше всех устроился. У бабы Зины в большом доме живешь, на кровати спишь. Вот именно что у бабы Зины, а я хочу, чтобы у меня была личная территория. Ну, хотя бы шалаш. Кот лентяй, а? Ему лишь бы не работать. Весьма спорный вопрос. Что это с ним? Думаю, синдром бездомности. Сказываются дни, проведенные в скитаниях. А что это у нас там кот делает? У него теперь, видите ли, своя терра инкогнито. Мы на необитаемом острове шалаш строим. Игра такая. Ну-ну. Так вам с какой начинкой пирожки делать? С сосисками! Безусловно, с рисом и зеленым луком. Знаешь что? Надо бы у кота насчет пирожков спросить. Что это? Мы входим в зону фантазии к кота. Прекрасная, назови свое имя. Ты что, кот? А, это опять подданные. Ну, с чем на этот раз пожаловали? Опять какое-то прошение? Да тут баба Зина спрашивала. На сегодня прием у дворца закончен. Все. Завтра приходите. Устал я. Может, ему вообще войну объявить, а? Не надо. Самый худой мир лучше хорошей войны. Придем, когда кое-кто научится хорошим манерам. Тоже мне дворец. Да здесь вообще как на свалке. Вот. Ничего,
будет красиво. Мне еще все завидовать будут. Так, 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 так. Флаг у меня есть. Ай, щит с фамильным гербом тоже. Прекрасная дама. Прекрасная дама тоже на горизонте. Опять же путанный. Целых два. Чего же не хватает? Чего же нас не хватает? Ай, вот скукотища-то. Все один да один. Ой. Насчет моря мы не договаривались. Я же плавать не умею. А где же кот? Что это он в дом не идет? Садись за стол. Я для тебя ватрушек с творогом напекла. По крайней мере, одну ты заработал. Безусловно. Я, баба Зинулечка, вот что подумал. Мы, коты, все-таки существа домашние, к теплу, к печкам больше привычные. Зачем нам какие-то дворцы, а? Как говорится, с милыми рай в шалаше. А вот про шалаш лучше не надо. Котик, где бы ты ни жил, в шалаше или во дворце, никогда не обижай и не забывай своих друзей. Дружба – главное в жизни. Пес, баран и кот. Страннее не было картины. Живут втроем который год на хуторе у бабы Зины. Судьба свела нас всех не зря. Пусть кто-то может посмеяться. Кот, баран и пес, друзья, друзья навек, навек, друзья. Чего не встретишь в жизни, братцы? Чего не встретишь в жизни, братцы?